В Новосибирске с триумфом прошло самое масштабное фаер-шоу за Уралом. Фестиваль «Огни Сибири» по праву считается одним из крупнейших. Почти 100 участников из России, Белоруссии, Казахстана. В этом году он собрал 6 тысяч зрителей. Гала-концерт «Фаер-команд» устроили на центральной площадке Михайловской набережной в рамках фестиваля уличных культур. Зрители увидели уникальные огненные номера. Победители конкурса уже заявили о себе на мировом уровне. В мировом уровне очень удивлены, кто как огненное шоу развивается в России. Они отмечают, то есть они учатся по видео, которые снимают наши российские ребята, в том числе сибирские ребята. И они отмечают, то есть в России, в различных городах все намного масштабнее, чем в Европе, в Украине. То есть у них есть отдельно свои гуру, мастодонты, так скажем, вот этого всего. Но ну, как бы российское фаер-сообщество очень ценят там везде.